Итак, как я и обещала, покажу вам итальянский набор. Показывать буду на небольшом количестве петель. Смотрите, вот у нас ниточка, которая идет от клубка. Это у нас хвостик. Вот так вот. Обкручиваем вокруг пальца и делаем первую петлю. Итак, смотрите, схема у нас как будто бы мы собираемся делать классический набор, но здесь немного по-другому все делается, и смотрите, что нужно делать. Сначала мы заводим спицу под ближнюю ниточку, затем под дальнюю, и вот этой вот ниточкой, так скажем, обкручиваем петлю. Дальше мы заводим под дальнюю, под ближнюю, и вот видите, перекинули. И вот здесь вот перекрестили эти ниточки. Снова под ближнюю перекрестили, под дальнюю перекрестили, под ближнюю перекрестили, под дальнюю перекрестили. Вот в этом весь набор. То есть набрать тут нехитрое дело. Таким образом, сами себе говорите под дальнюю, под ближнюю и так далее. И в конце, для того, чтобы у нас вот это вот все, что мы с вами набрали, не распустилось, мы делаем закрепительную петельку. Все. Вот у нас набор, который мы сделали. Теперь мы начинаем вязать. Смотрим. Значит, первую петлю, которую мы с вами тут набрали, мы снимаем. Дальше, смотрите, если мы с вами будем разглядывать наш набор, то мы увидим, что петля у нас, видите, без перемычки. Это будет у нас лицевая петля. Провязываем эту петлю лицевой. Дальше у нас, видите, петля с перемычкой вот здесь вот, с узелком. Эту петлю мы снимаем нить перед работой. То есть это у нас будет изнаночная. Дальше снова, видите, без перемычки. Это лицевая. Ее мы провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязали, изнаночную сняли. Лицевую провязали, изнаночную сняли. И так до конца ряда. И здесь кромочную, конечно же, провязываем. Так, переворачиваем в обратную сторону, вяжем. Снова у нас кромочная петля, мы ее снимаем. Дальше смотрим. Это у нас лицевая петля, провязали. Вот у нас изнаночная, сняли нить перед работой. Лицевую провязали, изнаночную сняли, нить перед работой. И так далее. Конечно, были бы ниточки поровнее, было бы понятнее. Но если что, у меня на канале поищите. Я, по-моему, уже два раза этот набор снимала. Лицевую провязали, изнаночную сняли, нить перед работой. Лицевую провязали, сняли. И кромочную последнюю провязали. Все, вот таким образом мы провязали с вами два ряда, где мы делали протяжки, не провязывая изнаночные петли. Со следующего ряда мы переходим на вязание обыкновенной резинки 1 на 1. Сняли, вот у нас лицевая петля, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная и так далее. Все, дальше мы просто чередуем петли во всех рядах. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. Все, вот таким нехитрым образом мы сделали набор. Сейчас я покажу, что у вас должно получиться. Вот смотрите, видите? Этот набор похож на фабричный
метод, да? Такая вот здесь вот резинка. Такой вот красивый край. В принципе, он очень хорошо ведет себя и тянется хорошо, и не растягивается. Берите на заметку, используйте и в других своих изделиях.